Друзья, на лайв-канале хочу поделиться с вами радостью новой распаковочкой вот этой чудесной коробочки. Я знаю, что многие уже догадываются, что это такое. Это прибор, металлоискатель, достаточно компактный, который я приобрел себе для пользования, ну, как второй прибор. А посмотрим, может, со временем первым станет прибором. Но как понравится, в общем. Пойдет, так пойдет, не пойдет, так не пойдет. Я хочу с вами на лайв-канале поделиться вот этим раскрытием этой коробочки. Схемы. Как пользоваться. Что у нас в этой коробочке лежит? Штанга прибора. Интересно, телескопическая штанга легкого прибора. И говорят, что вот этот подлокотник, что можно хоть ногами прыгать на нем, ничего с ним не будет. Посмотрим, проверим, испытаем. Так. Наушники. Наверное, многие видели уже комплектацию этих приборов. Я еще не видел. В руках не держал. Чтобы вот так, что это мой прибор, ощущения, чтобы были. Вот такие наушники, тоже достаточно компактные. Одеваются за уши. Вот так и все. Дальше что у нас еще есть? Блок. XP. Блок. Катушечка. 9-вольтовая. Так. Звук. Работает. Еще надо разобраться в настройках. Я пока еще, ребят, не спец. Но будем разбираться, еще есть пару месяцев. Так, что еще? Ну и в мешочке комплекта чехольчик, чтобы можно было так на карман вешать, я так думаю. Блок. Так, наверное, можно потерять. О, опа, пошел. И здесь блок управления. Клипсы, болты, зарядное устройство. Ну все. Я так понял, что вы теперь поняли, что у меня второй прибор есть. Будем испытывать, ребята, смотреть, каков он на самом деле. Так ли, таков он ли, как его хвалят, или не таков. Специально на лайв-канале я сделал эту распечатку, распаковку. Все, ребят, будем испытывать в полях. Наушники включить надо, попробовать, как они включаются. Вот он, включились. Ну-ка. Ну-ка, испытаем. Прошивка 3.2. Не знаю, нове есть. О, ушах пищит. Подвеси поближе. И он пищит? Нет, в ушах пищит. И он пищит? А, и этот еще пищит. Слышно звук? Да, пищит. Ну-ка, если это отключить. О! Наушники работают, видите, отдельно. Можно без блока работать. Любопытно. Любопытно. В общем, ура. Живем, гуляем. Подписывайтесь на мой канал Live. Кто не подписан, вступайте в группу ВКонтакте. Все мои сообщества. С вами был Олег Кошевой. Увидимся. Пока-пока.